Массовые мероприятия по наведению чистоты в населенных пунктах развернулись в эти дни во всех сельских поселениях района. Отложив на время привычные обязанности, работники бюджетной сферы, учреждений, сферы образования, культуры и здравоохранения, неравнодушные жители поселений вышли на традиционный так называемый «чистый четверг». Фронт работы определяли администрации сельских поселений. Особое внимание в ходе мероприятия было уделено приведению в порядок парков, территории, прилегающих к административным зданиям, а также объектам, построенным по программе КРСТ. Участники мероприятия славно поработали, собрано было достаточно много мусора. Администрация Кашхабльского района выражает огромную благодарность всем участникам мероприятия, внесшим свой ощутимый вклад в благоустройство района.